люди на более частном уровне всегда занимались устройством собственного счастья. Цель политиков — просто дать им для этого хороший плацдарм, и все. Авторитет профессии учителя очень важно поднять, я считаю. Ну, потому что, по сути, ведь он формирует будущее поколение. Необходима крайне высокая квалификация. Соответственно, высокие зарплаты, высокий престиж профессии в обществе. Чтобы было хорошо. Чтобы работа была всем. Жилось всем нормально. Верю в эту партию, как бы, ну, за кого голосовал. Все, все, что было хорошо всем. Я думаю, что все-таки улучшится жизнь наша. Сейчас, больше сейчас, ничего не ожидаю. Сейчас пока неплохо. Я думаю, еще будет лучше, будет следующий, будет лучше. Все, все впереди будет. Говорят, государство – это мы, да? Значит, мы должны начинать с себя. Да, то есть быть профессионалами своего дела, заниматься своим здоровьем, любить своих детей. И я думаю, тогда будет очень все хорошо. Поэтому я думаю, что на Бога надейся, а сам не плашай. Вот, поэтому мы должны начинать с себя. Единственное, что я могу сказать.